Здравствуйте, меня зовут Яна Демченко, я стилист и фэшн-обозреватель. Сегодня мы в магазине Old Time на Киевской и поговорим о том, как сочетать браслеты и часы. Пришло время признать, непосредственному отношению к украшениям научились даже в самых консервативных, финансовых и политических кругах. Философия mix and match перестала быть достоянием богемы, а значит, самое время освоить этот стилистический прием и начать носить браслеты вместе с часами. Для начала я предлагаю оценить фронт работ и прикинуть, с какими часами вы хотите носить браслеты. Трезво оцените картину и подумайте, много ли деталей в ваших часах. Возможно, они не нуждаются ни в каком компаньоне. Ну а если вам кажется, что все достаточно лаконично, то мы можем приступать и рассматривать комплекты. Для начала я предлагаю рассмотреть вариант, который подойдет даже для новичков. Берем обычные часы, желательно в белом металле. Они могут быть на кожаном ремешке или на металлическом, не имеет значения. Главное, чтобы не было слишком много деталей. И подбираем к ним небольшую серебряную цепочку в тон. Для начала я рекомендую воздержаться от всевозможных подвесок, потому что они могут смотреться чрезмерно. Теперь представим себе более сложный вариант mix and match, где сочетаются разные цвета. И, например, возьмем часы оттенка розового золота и добавим к ним браслет, например, из стальных или серебряных цепочек с крупными звеньями, который будет привносить некоторую брутальность в этот комплект. Не стоит бояться, что эти разнородные элементы будут конкурировать за внимание, вам это будет только на руку. Также следует учесть, что браслеты с подвесками и шармами требуют определенного соседства. Здесь не подойдут слишком строгие модели часов, а можете остановиться на вполне кокетливых девичьих. Тогда весь комплект будет выглядеть достаточно мечтательно и, к сожалению, подойдет только к повседневной жизни, но не к деловым встречам. Кожаный браслет, напротив, я рекомендую подбирать к очень простым и лаконичным металлическим часам. Здесь стоит заботиться только об одном, чтобы карабин и металлический браслет не спорили друг с другом по оттенку. И если очень хочется, здесь можно также добавить небольшой браслет-цепочку. Будет очень интересная богемная композиция. На мой взгляд, отдельного упоминания заслуживают часы с ремешком, который дважды оборачивается вокруг запястья. Это модель, которая сама претендует на роль браслета, поэтому в соседстве с ней я могу порекомендовать, ну, например, небольшую цепочку. Мы поговорили о возможных сочетаниях часов и браслетов. Какой бы сценарий вам не понравился, помните, что здесь важна уверенность. Только вы задаете правила и экспериментируйте.